Сюжеты футболистской карьеры полностью вымышлены. Всякое сходство с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол, это жизнь», это продолжение нашей карьеры за игрока. Я немного вперед, конечно, записываю выпуски. Сейчас, на данный момент, когда я записываю этот ролик, на данный момент мы даже еще в Аяксе находимся. На канале нашем ролик выходит еще по Аяксу. Но мне просто очень интересно, что все-таки сложится с нашим игроком именно в составе Наполи, потому что очень шикарный у нас старт карьеры здесь начался. За 10 матчей мы забили 8 мячей, отдали 4 голевые передачи. Посмотрим, насчет чемпионата мы идем на первой строчке, потому что сейчас мы, если обыграем Наполи, что это скорее всего так случится, то мы обгоняем Ювентус. Но и там будем также надеяться насчет Милана, что они потеряют очки. Я вот не знаю, правда, с кем они играют. Они играют с Ферентиной, они могут здесь потерять очки. Ювентус сыграл в ничью там с Интером как раз, а мы их обыграли. Поэтому сейчас уже две команды будут конкурировать за первую строчку. Это Милан и Наполи. Все у нас здесь пока что замечательно. Идем дальше. Суперкубок мы это помним, мы выиграли. Кубок Италии, Кубок Италии нас здесь еще до сих пор нету, мы появимся, наверное, чуть попозже. Суперкубок показывал вроде, что Барселона выиграла. В Лиге Чемпионов за прошлый выпуск у нас одна победа над Шальке и одна ничья с Барселоной. Так что сейчас мы делим с Барселоной первую строчку. Но вот и Шальки нас как раз догнали, потому что они обыграли Шахтер. Сейчас нам надо обыгрывать дважды Шахтер. Будет у нас 6 очков тогда за эти два матча. И там уже Шальки, обыграв в очной встрече, все будет у нас хорошо. Лигу Европы мы пока что не будем затрагивать, там ничего интересного. И также начнутся у нас, я так понял, товарищеские пока что матчи со сборной России. Вот они, да, просто товарищеские матчи, но также будем выкладываться на полную. Теперь мы все-таки уже игроки из топ-5 лиг, и будет очень интересно. Также в этом выпуске, вот я увидел, Ювентус у нас будет, ну и матчи вот с Шахтером. Фиорентина также тоже интересно будет. Мы теперь игроки мирового уровня, потому что мы играем за топовую команду в чемпионате Италии, мы боремся за чемпионство уже, они, так как мы перешли за Аякс, мы думали, что там мы легко завоюем чемпионство, но они стали продавать много игроков, там Зиеша, потом кого еще, в нашу команду тоже в Наполи продали, вот. Поэтому там конкурировать было очень тяжело с командами, тем более мы еще играли на своей позиции. Здесь нас поставили сразу на свою позицию и подписали очень крутых игроков. Также продали Инсинье вроде, продали Мертенса, и теперь нам намного легче стало. Мне сразу дали понять, что меня купили именно для этого. Ну и также посмотрите, сборная Франции у нас еще товарничок будет, и за сборной Бельгии, вот это да. Два топовых матча в составе сборной, но мы сыграем против сборной Франции. Также в этом матче, в этом, так сказать, сборе мы сыграем против Северной Ирландии. Не играем мы никогда первый матч за сборную России. У нас матч, начнем уже без разговоров, Наполи-Эмполи. Наполи идут сейчас на третьей строчке. Эмполи у нас практически чуть ли не в зоне вылета, в одном очке. 17 место у них, одно очко до зоны вылета. Ну и сейчас мы их обыграем, они опустятся скорее, но домашний матч, тем более, нам надо себя хорошо показывать. Вот он, состав абсолютно никак не меняется. Повторяю это перед каждым матчем, так что поехали. Итак, 7-й тур, замечательная погода на стадионе. Не люблю я вот это вот, когда тень еще вот так вот падает прямо на стадион. Перебегать этой тени в свет, это очень тяжело. Но у нас 7-й тур. Сегодня победа нам сулит уж точно первое место. Потому что мы обгоним Ювентус, они сыграли в ничью с Интером. Но будем также следить за Миланом, как они будут играть. Будет интересно, если Милан тоже потеряет очки. И мы выйдем на чистое первое место. Матч Наполи-Эмполи начинается. Поехали. И вот он удар. Вот так вот разыграли Эмполи. Теперь они выходят вперед. Вот команда, которая ничего не сулили в этом матче. Она забивает. Выходит вперед, а ведь она сейчас в одном очке от зоны вылета, но теперь она обыгрывает команду, которая борется сейчас за первую строчку с Ювентусом и с Миланом. Ну и вот так вот прошляпили этот угловой и добивание, еще и первый гол он забивает. Теперь нам обязательно нужно отыгрываться и бежать вперед. Вот, отдали нам хорошую передачу, мы можем сейчас дальше пройти здесь, на ложном убираем. И в ближний пробили, это 1-1, мы сравниваем счет.
и бежим к своим... А, это или болельщики, это Эмполи. Да, к болельщикам Эмполи мы бежим и показываем, что игра еще не сделана. Мы в борьбе. Быстро мы смогли сравнять. Это нам в плюс. Сейчас у нас снова равные шансы на победу. И много времени, чтобы забить еще. Но вот так вот левой ногой в ближний угол. Вот я стал чувствовать, именно в Наполи я могу забивать такие голы. Я просто вот неостановимый какой-то. Прям над ладонью угол кипера мяч пролетает. Ну и мы забиваем. Это наш 9-й гол уже получается за Наполи. И сейчас узнаем, какой в чемпионате это. 6-й. Ну, неплохо. Все замечательно у нас. И Диого Джота. И это 2-1. Посмотрите, что мы сейчас сотворили. 2 минуты до конца. 2 минуты осталось до конца. И мы ровно на второй, друзья, забили. Отлично. Это просто наш матч сейчас. Мы такую голевушку отдали на Джоту. И он замечательно забивает. Просто невероятно. Я уже готовился к тому, что у нас будет ничья с Эмполи, но вы просто посмотрите. Вот здесь вот на ложном убрал, отдал передачу, он подбросил. И вот так вот еще ножницами. Ну, Диого Джота обязан после этого гола стать лучшим игроком месяца. У нас месяц октябрь. И замечательно. Какой шикарный гол. Рад наш тренер. Ну, это наша голевая. Это отличный матч у нас. Благодаря нам мы выиграли. Второй гол Диого Джоты. На 90-й минуте. Что это за матч? Свисти, арбитр. Все. Победа со счетом 2-1. Снова у нас 3 очка. Мы обгоняем сейчас на данный момент Ювентус. Я не знаю, что у нас сейчас будет насчет Милана. 9,2 оценка. Гол плюс голевая. Все правильно. Лучший игрок матча. 5-я голевая в сезоне. Вот. На нас, кстати, отдал Фабиан голевую. Ну а Милан обыграл 3-1 Фиорентину. Ну что же, на данный момент, как я и говорил, на 2 очка мы опережаем теперь Ювентус. Но у Милана лучшая результативность. У них пока что на 7 мячей больше, чем у нас забитых. Ну и пропущенных у них на 1 больше. Но все равно 6 мячей разница. Но это очень тяжело. Теперь нам остается, наверное, только ждать это матча против Милана. Либо ждать их осечки. Но пока что вряд ли такое вообще будет. Но у нас товарищеский матч. И, кстати, мы играем сразу против Кот-д'Ивуара. Вот это вот интересно. Раньше же мы всегда вторые матчи играли. Но это неплохо. Товарищеский матч. Здесь мы просто поиграем не на какой-то результат. Просто будем кайфовать. Потому что расстановка сейчас вы увидите на своих экранах. Гулиев, например, он тоже полузащитник. Черышев снова играет в центре поля. Ефремов, он справа, все правильно. Жиров, центральный защитник, кстати, с которым мы виделись. Он уроженец Барнаула, капитан сборной России. Так что два игрока из Барнаула сейчас на поле. Семенов и Щенников тоже позиции. Вот почему-то именно левый фланг, что-то не так с ним. Поехали. Ну что же, это наш выезд. Мы приехали в Африку. Кот-д'Ивуар, замечательная страна. Дидье Драгба, главное олицетворение сборной Кот-д'Ивуара. Просто легенда лондонского Челси. Мы все помним этот финал Лиги Чемпионов, этот сезон его за Челси. Все замечательно, но теперь мы играем против сборной Кот-д'Ивуара. Тут также есть не менее известные игроки, которые играют сейчас в Европе. Это, например, Кисье, который играет в Милане, если я не ошибаюсь. Сейду Думбия, который раньше поиграл в России. Николя Пипе, который играл за Лиль. Теперь он играет за Арсенал лондонский. Также есть Эрик Баи, игрок Манчестера Юнайтеда. Но здесь Баи. Но мы неплохо тоже запросили. Не сказать, что не вовремя. А мы проходим и от штанги забиваем. Это 1-0. Выходим и вперед. Не знаю, мы к нам. Тут вообще болельщиков-то нету. Куда-то мы побежали. Вот сейчас вы увидите на другой камере, что с этой стороны на стадионе вообще нет болельщиков. Флаг вот этот вот абсолютно мешает. Зачем так махать? Вот. А там нету болельщиков, видите? Но все равно куда-то побежали. И замечательный гол в концовке. Почему-то фамилии нету у игроков Кот-д'Ивуара на спинах. Это странно. Но это наш гол за сборную России. Все равно для нас в статистику он пойдет потом, когда мы будем завершать уже карьеру. Будет интересно посмотреть, сколько мы забили за сборную России. Даже пусть он и товарищеский матч. Ну это пенальти, друзья, это пенальти. Я не знаю, дадут ли нам сейчас пробить. Вроде у нас неплохой показатель по пенальти. Но нас просто сейчас сживал. Это Орье или Баи все-таки?
бои. Вот так вот на нас прям налетел здесь. Мы будем бить. Я бы, не знаю, вроде ведем. И забиваем. Дубль. Гол с пенальти за сборную России. И можем сейчас даже пойти на такое для себя достижение. Забить хэт-трик за сборную России. Мы еще такого не делали. Ну и неплохо, мы также пробили пенальти. Прям в девятку. Отлично. Наш второй гол в сегодняшнем матче. Семенов неплохо выносит. Ну, так для себя подработали и убегаем. Сил, я надеюсь, должно хватить. И еще и тут под правую ножку, там мы замечательно сейчас уходим. И это хэт-трик. Это наш первый хэт-трик за сборную России, друзья. И замечательный удар у нас получился. Мы убежали просто в хорошую контратаку после углового. И все. Пытался нас накрыть защитник, даже вот здесь вот бежал, подпрыгнул уже под мяч. Но толку не было, мы замечательно пробили щекой. С хорошей подкруткой. И это 3-0, наш хэт-трик. Первый хэт-трик за сборную России в товарищеском матче. К сожалению, что не в официальном. Но все равно, это приятно. Забивать много. 3-0. Победа сборной России в товарищеском матче над сборной Кот-д'Ивуара. Мы забираем сейчас наш мяч. Это наш первый хэт-трик за сборную России. Очень шикарный матч получился. Для нас это классный получился выезд. Тем более, это еще и на выезде было. 82 у нас рейтинг. Не помню, был ли у нас 82 или он сейчас поднялся. Этого я что-то не заметил. Вроде как он поднялся, действительно, рейтинг. 31,5 миллионов мы теперь стоим. Ну и вот такая вот у нас статистика. Голы тут за сборную, я так понял, только официальные, наверное, на матч считаются. Поверники нет. Нас не берут на матч со сборной Северной Ирландии. Да и правильно, пусть Чалов поиграет. Чалова взяли на этот матч, давайте посмотрим. Ну и тоже, ох, как же Чалов практически приблизился к нам за прошлый матч. Кот-д'Ивуар снова, кстати, мы видим, проиграли 3-0 Дании. Но Чалову немного не хватило до нашего хэт-трика. А у нас после, давайте уже, матч с Фиорентиной мы проведем тренировку. Матч пока что не сыгранный, но Фиорентина — это очень хорошая команда, сбалансированная. Идет сейчас на 11 строчке, 9 очков. Ну, нам просто надо сейчас показывать весь свой класс, потому что даже Интер мы смогли обыграть. Еле-еле вот с Эмполи сыграли. Будем бороться до последнего. Показывать свой максимум до конца и ждать, чтобы Милан сделал осечку, как, например, это сделал Ювентус. Ну что же, мы будем в домашней, а Фиорентина вот в такой интересной красной форме, дополнительный состав. Абсолютно, ну, вот не меняется, даже не может Наполи со своим бюджетом купить себе левого хорошего защитника. Но, по крайней мере, мы пропускаем меньше всех в лиге, всего лишь один гол за 8 туров, если я не ошибаюсь. Но пока что даже два, сейчас вроде как два гола мы пропустили, то все. Оборона у нас лучшая в лиге. Поехали. Итак, интереснейший матч. Наполи против Фиорентины. Все вот главные матчи, которые у нас в чемпионате, вот показывают предматчевой тренировкой, разминкой. И вот Диего Армандо Марадона. Это перформанс, который на всех важных матчах. Но сегодня Наполи против Фиорентины. Мы пока что до сих пор не потеряли ни одного очка. Мы все матчи свои выигрываем. Поехали. И Фабиан, мы забиваем все-таки, отлично, за 5 минут до конца. Я уж тут даже промолчал, думал, ничего такого не выйдет, но без моей все-таки помощи, но все равно забивает Наполи, это для нас уже отлично. Мы-то наберем свои голы, мы очень молодые, перспективные футболисты, но отличный удар от Фабиана. Каре замечательно на него отдал, и тот левой ногой в ближний угол для вратаря. Ляфонт не был к такому готов. Ну и Фабиан забивает первый свой гол в чемпионате Италии. И все, минимальная победа Наполи над Фиорентиной. Это наша очередная победа в чемпионате Италии. Ну и оценка у нас такая себе. Лучшим стал все-таки Фабиан. Ну что ж, сейчас мы проведем тренировку, после чего у нас будет матч против Шахтера. Это последняя строчка в нашей группе. Пока что потренируемся. Ну что же, вот так вот мы закончили нашу тренировку, все силу удару повысили и прокачали также навесы.
Ну что же, у нас Лига чемпионов. Сегодня будет интересно посмотреть, как Барселона вообще сыграет против Шальки. Но вообще вот нам пришло новые задачи на ближайшие цели. Давайте мы прошедшие тоже посмотрим. Минимум один гол от нас просили, мы забили практически, я так понял. Ну, можно сказать, в каждой игре, раз 4 у нас гола. Оценку мы нужную не заработали, удары, голы тоже. Но вот с Ювентусом у нас и оценку пониже. Тут матч Ювентус, Фрозиона, Рома, Удинезе, то есть два серьезных прям матча. Да, и процент нам повысили, кстати. Но все равно также один гол. Третий тур Лиги Чемпионов, Наполи против Шахтера. Мы играем первый матч дома. В четвертом туре мы сыграем уже в Украине. Вот она расстановка, поехали. Итак, Лига Чемпионов снова на наших экранах, снова в Неаполе. Сегодня матч Наполи против Шахтера, и мы снова в старте. Пока что мы очень хорошо себя показываем. Победа над Шальки, которая была именно здесь со счетом 2-1, вроде она закончилась, этот матч. И ничья 0-0 в Барселоне. Теперь против Шахтера, команда, которая идет сейчас на четвертой строчке, мы на второй. По нулям у нас в матче против Шахтера в Лиге Чемпионов. И это вот обидно. Именно с этой командой мы должны были набирать 6 очков в двух матчах. Будет теперь очень тяжело. Ну и по моментам мы даже не лучшие игроки матча. Ну а также в матче против Шальки и Барселона закончится счет тоже 1-1. Так что нам это в какой-то даже плюс идет, потому что мы-то обыграли Шальки, а вот Барселона не смогла. Но у нас самый важный матч, наверное, в первом, так сказать, половине сезона. Снова этот матч, Ювентус-Наполи, мы уже встречались с ними в матче за Суперкубок. И вот снова именно Криштиану Роналду нам показывают на заставке в этом матче. Ну хорошо, мы снова постараемся сыграть против них хорошо. 1-0 мы прошлый матч выиграли, поехали. Итак, главный матч вообще последних лет в Италии, это Наполи против Ювентуса. В Ювентус перешел Гонсало Игуаин несколько лет назад, и это добавило антуража к этому матчу. Но теперь вот Ювентус встречается против нас, команды, которая уже обыграла Ювентус в этом сезоне в Суперкубке, отобрав у них очки. Но это будет интересно посмотреть, конечно. У нас лучшая оборона. Ну и мы одни из лучших игроков в нападении в лиге. И будет опасный сейчас штрафной. Алан нарушил 10 минут до конца. Я не знаю, то ли стоят стенки сейчас. И все-таки забивает. Пауло Дибала со штрафного. 81-я минута. Ювентус выходит вперед. Даже не помогло то, что мы встали в стенку. Я думал выйти из стенки все-таки. И... Но вот лучше бы Роналду бы пробил. Он не забивает со штрафных. Но вот здесь вот, скорее всего, это будет наше первое поражение в сезоне. Ну и обидно. Дибал забивает четвертый гол. Наше первое поражение в сезоне. Ювентус нас обыгрывает со счетом 1-0 в чемпионате. Теперь мы, скорее всего, сейчас упадем на третью строчку. Ювентус нас обходит у нас, потому что есть первое поражение, у них еще нету. Ну что же, а у нас матч против Фрозионы. Мы сейчас идем на третьей строчке. Ювентус выиграл свой матч, поэтому нам хоть как нужно теперь не терять очки, потому что мы первая команда из топ-3 проиграли матч свой. Интер, кстати, вот тоже, я так смотрю, единственный матч проигранный, это нам. Так что вот это вот обидно, что проиграли Ювентусу, но у нас матч Фрозиони идет на 14 строчке, 9 очков у них, но мы уже вряд ли потеряем свою позицию, на 7 очков у нас разница, так что здесь уже просто идет борьба за первую строчку между тремя командами Ювентус, Милан и Наполи. У нас еще и домашний матч. Вот она расстановка. Йонс, кстати, в нападении почему-то, а не Диого Джота. Ну, посмотрим. Поехали. Итак, наш домашний матч. Нужно нам теперь набирать обязательно очки. На 4 очка мы сейчас на данный момент отстаем от Ювентуса. Но у нас еще и матч в запасе. Так что... Ну и получается, на 3 очка мы отстаем от Милана. Ну что же, наша снова потеря очков во втором уже матче подряд. Наполи против Фрозиона сыграли в ничью со счетом 0-0. Вот это вот обидно. Моментов мы вроде как создавали на гол, но забить не получилось. Ну что же, друзья, после матча с Фрозионой мы сейчас должны быть на третьей строчке.
Отрыв от нас увеличивается, 5 очков разницы до Милана теперь, 3 очка до Ювентуса, ну и 6 очков до четвертой строчки, так что мы все-таки еще более-менее шансы какие-то да имеем. А в группе у нас все пока что равно идет с Барселоной, Шальке тоже наступает на пятки. И вот это обидная ничья с Шахтером, которая была в третьем туре, потому что ни одного очка за первый круг не получил бы Шахтер, если мы бы их бы выиграли. Барселона и Шальке их обыграли. Но сейчас у нас тренировка, ну и после уже будет матч с Шахтером. Ну что же, вот так закончилась наша тренировка. Прокачали перехваты, отборы и длинный пас. Ну что же, у нас матч против Шахтера. Теперь уже ответный в Украине. Будем играть на победу. Нам только это надо. Потому что ничья нас больше даже не будет устраивать. Охота все-таки наконец-то уже победить. Ну и вот она, расстановка на ваших экранах. Шахтер в центре поля. Поехали. И отлично, это наш шанс сейчас. И это 1-0. 83-я минута, отлично, Диого Джота на нас отдает. И мы забиваем. Смогли реализовать сейчас. Одним движением убрали защитника. Вот здесь легко прокинули. Ну и здесь уже отличное рандеву с голкипером. И все, заканчивается матч. Минимальная победа. На самых последних минутах мы забили. Это 3 очка в нашу копилку. Сейчас интересно, как все-таки сыграла Барселона против Шальки. Но лучшим игроком все-таки стал Диого Джота. У него все-таки одна... кто голевую-то? Вот, да. Диого Джота. Одна на нас голевая, и он стал лучшим игроком. Заслуженно, я могу сказать. Итак, нас вызывают все-таки в состав сборной России на матче против Бельгии и Франции. Я также пробовал, уже доступно нам запрос на трансфер. Пока что нам отклоняют. Опенда в Бельгию. Кстати, можем сыграть против них. Мы в Россию, Чикрис в Румынию, Диого Джота в Португалию, Аспина Ариас в Колумбию, Алан Вильян Хосе Оскар в Бразилию, Ла Фуэнта в Аргентину, Фабиан в Испанию, Мерит в Италию, Гнабри Йонс в Германию, а французов у нас вообще нет. Так что мы против одного можем одноклубника своего сыграть. Также после матча четвертого уже тура против Шахтера Барселона там обыграла уверенно со счетом 3-1 Шальки у себя дома. И вот так вот теперь турнирная таблица. У нас равенство очков с Барселоной. Хороший отрыв от Шальки. Даже им проиграть можем, но тогда там Барселоне нельзя ни в коем случае. Нужно будет их выигрывать. Так что обязательно нам надо обыгрывать Шальки в последнем пятом туре для нас. Потом уже с Барселоной будет очень тяжело что-то придумать. Как вы видите, разница мячей намного больше у Барселоны. Поэтому она сейчас и на первой строчке. Ну а у нас матч с Ромой. Это важный матч, интересный. 9-я строчка у Ромы, 16 очков. Нам нельзя ни в коем случае больше терять очки. Нужно выиграть каждый матч и надеяться на то, что там Ювентус либо Милан проиграют. Хотя вот мы видим, Ювентус будет играть с Фразионе, а Милан против Болоньи. Так что вряд ли они потеряют в этом туре очки. Ну вот она, расстановка. Гнабри, кстати, теперь. Или он был вообще слева? Не помню уже. Ну, расстановка вы видите все сами. Поехали. Итак, разминаются игроки Ромы. Для них это важный матч. Они неуверенно, конечно, идут в середине таблицы на данный момент. Мы боремся за чемпионство, я не побоюсь этого слова, потому что до сих пор мы в тройке лидеров. Хоть там Милан не проигрывает уже 10 матчей подряд. Ну и вот он, перформанс болельщиков от Ромы. Просто год и эмблема. Ну, хоть что-то на самом деле. Ну и также много болельщиков Наполи пришло. Потому что, ну, действительно, это очень интересный матч. Наверное, матч тура, можно сказать. Так что будет все интересно. Поехали. И мы получаем мяч. Входим уже в штрафную. Это пробитие. Это 1-0. Побежим к своим все-таки болельщикам. 21-я минута. Мы забиваем свой 7-й мяч в чемпионате Италии за Наполи в этом сезоне. Все круто. Посмотрел я также на статистику игроков. Так вот, Адриан Сильва, этот португальский нападающий из Милана, у него 12 было забитых мячей до этого матча, можно сказать, до этого тура. Но сейчас у нас 7 забитых мячей. Очень он много забивает, причем играет столько же, сколько и мы. То есть 11 уже матчей, включая этот. Ну и вот наш 7-й гол. Важный матч, важный гол мы забили. Важные 3 очка мы должны получить. Перехватить не получилось. Хорошо.
проходим. И это гол. Это, я надеюсь, засчитают как нашу голевую передачу, я это надеюсь. Ну, потому что сейчас я мог, естественно, сам пробить, я не стал, я все-таки решил отдать голевые, чтобы у нас задания на сезон выполнились. Да и просто приятно для статистики не только голы, но и голевые. Я надеюсь, что сейчас это засчиталось, но я ведь все правильно здесь идеально отдал. Я надеюсь, что все-таки засчитаю, давайте даже проверим. Нет, не засчитали, но это отлично. Лучше бы сами пробивали. Ну что ж, заканчивается матч. Наша победа в гостях со счетом 2-0. Немного мы там еще и травму получили сейчас под концовку. Какое-то повреждение руки. Я надеюсь, что ничего серьезного. Оценка 7,5 у нас. Но Алан лучший игрок. 2 голевые он что ли отдал. Одну отдал голевую. Но оценка 8,2. Ювентус разгромил Фразиона со счетом 4-0. Милан еще свой матч не сыграл. Ну что же, и Милан тоже потерял свои, наконец-таки, очки в матче против Болоньи. Сыграли они в ничью 1-1. Теперь 3 очка всего лишь разницы до команд. То, что, мне кажется, более чем реально. Ювентус, с ними уже у нас матч был, мы им проиграли. Теперь нам остается лишь бы обыграть Милан. Тогда у нас будет с ними разница очков и надеяться на то, что Ювентус проиграет нам в ответной встрече. Было бы тогда замечательно. Ну а у нас сборная России, матчи и домашний выездной матч против сборной Бельгии. Вот он состав, видите, на своих экранах. Ну что ж, начнем. Ну что же, а у нас товарищеский матч против сборной Бельгии. С ними мы вроде уже играли, потерпели крупное поражение. В реальной жизни это был последний матч отбора на чемпионат Европы. Вот, но мы его все-таки все равно, этот отбор прошли со второй строчки, но у нас сейчас просто товарищеский матч, поехали. Итак, матч у нас гостевой, мы играем, наверное, где-нибудь в Брюсселе. И вот он матч, ничего особенно не значит для нас, это просто еще один хороший... Для нас это хороший шанс показать себя на уровне европейского футбола, да и за сборную неплохо себя показать, тем более против таких грандов играем. Эден Азар сегодня, кстати, на поле, поехали. Ну и заканчивается товарищеский матч против сборной Бельгии. Моменты у нас были, так же как и у сборной Бельгии, у нас побольше даже, хочу сказать, но забить нам не получилось. 6,9 у нас оценка, ну вот только сейф и промах. Ну, лучший игрок Жора Щенников, но видите, у меня все лайки здесь от тренера, так что матч мы неплохой провели. Ну и вот, нас еще и берут на второй матч, вот это вроде впервые у нас, на 2 матча мы прям попадаем. Ну и против таких прям серьезных соперников, мне это нравится, играть на уровне и против сборной Франции и Бельгии еще. Эдгар Прип, кстати, в составе Гапонова поставили. Ну, видите, все сами на своих экранах, мы немножечко все-таки устали, не отдохнули, но это все равно сборная Франции, против нее интересно играть, поехали. Итак, замечательный стадион Парк де Пренс, стадион футбольного клуба Пари Сен-Жермен. Сборная Франции нас сегодня принимает. Вот так вот у нас небольшой такой тур по Европе получился. Заехали сначала в Брюссель, теперь мы в Париже. Ну и вот вы видите Марсиале, здесь Поль Погба в стартовом составе. У некоторых игроков все-таки лица не прогружены. Здесь вот Эрнандес, Ля Порте, можно так уже понять. Вот он. Ну и Антуан Гризман. Поехали. Марсиаль. Опасная передача на Гризмана. И вот первая же атака сборной Франции. Мы пропускаем. 1-0. Выходит вперед французы. И Дембеле. Ой-ой-ой-ой-ой. Кутепов забивает автогол. Что сейчас вот он сделал? Очень обидно, минимально хотя бы проигрывали, но вот здесь вот все-таки Лунёв-то уже потащил даже удар, но мне все-таки, нет, все-таки это записали на Усмана Дембеле, но все-таки там Кутепов тоже поднасрал немного возле наших ворот, и 2-0 мы теперь проигрываем сборной Франции. Проигрываем 2-0, обидно, но матч здесь мы действительно, даже и мы сами провалили. Нанесли травму Танги Домбеле, но хотя лайки нам здесь поставил все тренер. Ну что же, во время сбора у нас должна была быть тренировка, давайте мы ее сейчас проведем.
Поехали. Ну что ж, закончилась наша тренировка. И, как вы видите, мы, кстати, прокачали дриблинг на 90. Но не знаю, ли будет ли это для нас первым показателем нашим на карточке, который будет больше 90. Теперь либо равный. Сейчас мы это глянем. Ну нет, но 88 пока что у нас на карточке еще дриблинг. Но это все равно еще у нас самый зато максимальный показатель. Нам также надо вот пасы прям прокачивать. Сейчас у нас защита и пасы самые минимальные такие показатели. 69 у нас пасы, это просто ужасно. Хотя мы одни из лучших распасовщиков были как и в Бундеслиге во второй, так и в чемпионате Голландии. Я не скажу, что и сейчас мы хуже чем-то себя показываем. У нас 5 голевых передач, но это, мне кажется, это достойно. Но все равно пасы нам от этого лучше не делаются. У нас матч против Удинезе. Удинезе сейчас играет на 12 строчке. И посмотрим, с кем играет еще и Милан. Милан с Дженой играет, а Ювентус играет вот против Ромы. Оба соперника могут потерять свои очки. Нам надо как минимум выигрывать, это главное. Ну, также давайте зайдем в плашку «Изменить профи». И посмотрим, может там какие-нибудь новые у нас таланты. Да, точно, удар у нас появился. И пас под круткой. Ну вот точно удара нам прям как будто и не хватало. Все, сохраняем, выходим. Но может быть теперь мы будем намного лучше забивать. Домашний у нас наш матч. Каре теперь, кстати, слева. Не Гнабри, как раньше был. Но расстановку вы видите. Поехали. Итак, чемпионат Италии. Сон. Главное. Сейчас звезда в Наполи. Пока что забивает, конечно, но не так много, как мы. Мы все-таки, наверное, больше. Мы уже за себя практически цену свою отбили. На нас возлагали, вроде, если я не ошибаюсь, что-то там 5-7 голов за сезон. А мы уже наколотили. Вон 11 мячей сейчас на данный момент мы забили за Наполи. 5 голевых передач за 17 матчей. В чемпионате мы были лучшими игроками, а в первом месяце, если не ошибаюсь, это в августе были. Но сейчас у нас как-то такой небольшой спад пошел. И отличный какой пас, мы сейчас шикарный. Получаем, и это 1-0. 40-й гол наш в карьере, как нам показывают сейчас. Забиваем ворота Удинезе. Ну, замечательно. Здесь шикарная передача пяткой, но здесь прямо под правую ножку щекой мы... Даже без закрутки здесь просто так пробили, да. Немножко, конечно, подкрутили слабенько, но голкипер смогли этим ударом опешить. И забиваем свой 8-й гол за Наполи в чемпионате Италии. Мы заходим в штрафную уже, убираем одного и пробьем уже. Ой-ой-ой-ой-ой, это гол! Забиваем мы дубль на последних минутах матча. Голкипер, конечно, потащил, но не смог до конца это все-таки дожать. Отлично, здесь на ложном прошли и нерабочей левой ногой в ближний угол пробили. Вот так вот срезается мяч от голкипера, но это наш дубль. 9 мячей мы забили. Уже в чемпионате Италии. Победа со счетом 2-0. Уверенная. Мы записываем дубль. Становимся, наверное, лучшими игроками матча. 9-1 оценка. Как вы видите, матч был без моментов. Просто наши два гола и все. Ну и один дизлайк мы все-таки получились из-за передач. Ну и вот 15 голов, нам говорят, уже за сезон мы забили. Ну и вот, все матчи, которые у нас были, вот даже не так уверенно мы их отыграли. Против Ювентуса проиграли, сыграли в ничью с Фразионе. И обыграли Рому, и обыграли Удинезе. И за эти 4 матча мы сделали все цели, которые на нас ставили. Оценку получили, забили 9 голов. Почему-то тут планируется 9, так написано, я не знаю. Не 9 уж точно, но минимум 1 мы точно забили. Ну и вот 18% по соотношению. Дальше у нас Калери, Бреша, Спал, Аталанта. А здесь еще и голевую на нас просят записать. Ну и оценка не ниже 9.0 должна быть. Постараемся.
Теперь у нас матч важный, кстати. Сейчас у нас практически все и будет решаться. Сейчас у нас отрыв от Шальки 4 очка. Если сейчас мы обыгрываем Шальки, то уже точно мы в раунде плей-офф. Так что вот с такой целью нам и надо выходить сейчас на матч. Мы возвращаемся в Германию. Ну, это вроде для меня первое вообще возвращение в Германию, если я ничего не путаю. За Аякс мы вроде против немецких команд не играли так. Если я действительно ничего не путаю. Ну и тут мы прям устали. Будем, наверное, просить замену там уже во втором тайме, если забьем. Поехали. Итак, разминаются игроки. Это наши, да, игроки Наполи. Приехали они сегодня в Германию на стадион Шальки. Вот он, замечательный перформанс болельщиков. Наше возвращение в Германию. Я вообще действительно сейчас не вспомню. Вроде мы даже и не играли против немецких команд, вот как ушли в первом сезоне, после первого сезона в Голландию, вроде мы так и не играли. За Аякс мы не встречались против немецких команд, встречались вот только за Наполи, и то это был только итальянский матч. Теперь вот оно, наше возвращение в Германию. Посмотрим, мы заинтересовали многие клубы, мировые даже, европейские. После нашего первого сезона в Германии за Штутгарт, потом за Гамбург. И там мы уже будем бороться за первую строчку, если сегодня, конечно же, победим. А это наш шанс сейчас, это гол. С первых же минут наш пятый гол из-за штрафной мы забиваем. И это наш очередной гол в Лиге Чемпионов. И это наш первый гол, друзья, в Германии, не за немецкий клуб. Вот так вот можно даже сказать. Наше первое возвращение за 2 года мы впервые вернулись. Ну, за год уж точно, можно так сказать. За 1.5 года наш первый гол на территории Германии. Ну и замечательно. Первая же атака, первый же удар. И за штрафной еще тем более. Ну и мы забиваем, сейчас узнаем, какой гол. 4-й гол в Лиге Чемпионов. Вроде мы даже сейчас забили столько же, сколько забили за Аякс в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне. Вроде как мы 4 мяча тогда забили. Алан. И какую пушку мы сейчас засадили? Да это что такое? Просто дубль мы забиваем сейчас в ворота Шальки. Это наш дубль в Лиге Чемпионов. Просто пушечный выстрел сейчас так получился. Прямо из-под защитника пробил. Это наш дубль, это отлично. Мы еще хотим сейчас уйти с поля на минутке, так 60-й, устали сильно, потому что... И это отлично. 2 мяча мы забиваем. Выходим мы уже точно в плей-офф. И Семедо забивает. За 10 минут до конца Наполи разгромил Шальки. И вот так вот Семедо еще и подключился. Все замечательно. Это уже точно объявление о том, что Наполи будет играть в плей-оффе Лиги Чемпионов. Так что в последнем матче, который у нас будет, наверное, все-таки в следующем выпуске группового этапа Лиги Чемпионов против Барселоны, будет все решаться, с первой ли строчки мы выйдем, либо со второй. Ну, кстати, Барселона ни разу, очень давным-давно, они не выходили со второй строчки. Они долгое время выходят с первой. Так что это будет тяжело. Но вот Семедо забивает свой первый гол в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Победа 3-0 над Шальке. Это значит, что Наполи будет играть в плей-офф Лиги Чемпионов. Вот они, наши болельщики. Наш дубль и гол Нельсона Семедо приносит нам разгромную победу. 8,4 оценка. Ну, не знаю, кто лучший игрок. Мы. Голевые сегодня отдали Алан, Диого Джотто и Хёнмин Сон. Ну что же, после этого матча у нас с Барселоной по 11 очков. И даже вот ничейный результат нам не будет нужен, потому что Барселона на разнице мячей на 3 больше, чем у нас. Поэтому нам нужна только победа над Барселоной. Она тут 3-1 разгромила Шахтер. Так что вот в последнем матче будем бороться против Барселоны. Но у нас матч сейчас против Кальяри. Кальяри идет сейчас на 11 строчке. Мы пока что идем на 3, отрыв 6 очков до 4 строчки. И
Секундочку, потерял что ли Ювентус свои очки, да, с Ромой, так что на одно очко мы теперь отстаем от Ювентуса, и Милан-то свой выиграл против Дженуа со счетом 3-0. Посмотрим, сейчас Милан Сассуоло будет играть 28-го, и Удинезе Ювентус. Так что, ну, теперь я говорю, потеряет очки кто-нибудь из наших предшественников. 3 очка до первой строчки. Против Милана, если будем играть, мы должны их будем обыгрывать. Ну, а сейчас выездной у нас матч против Кальяри. И вот он, состав на ваших экранах. Поехали. Ну что же, интереснейший матч. Кальяри против Наполи. Ювентус снова потерял свои очки в матче против Ромы. Они сыграли в ничью 1-1. И теперь одно очко отделяет Наполи до второй строчки. Ну и также все 3 очка до первой строчки. Ну что ж, готовы мы сегодня. Ливень еще на стадионе. Поехали. Ну и все, на этом, к сожалению, заканчивается этот матч со счетом 0-0. Не смогли мы забить Кальяри. Очень тяжелый соперник оказался. В ворота ни разу мы не смогли нанести удар. Ну вот один, и то не в створ. Моментов в матче особо и не было. Оценка 6,2 у нас. Ну и после этого матча набрал все-таки свои очки Ювентус в матче. Милан обыграл Сассуоло, а Ювентус 4-1 обыграл Удинезе. Итого сейчас у нас на данный момент 3 очка отставания до Ювентуса, как у нас было до Милана, и теперь 5 очков до как раз Милана. Вот это-то и самое обидное, что против таких команд мы не можем их обыгрывать. Травма на тренировке тут у Диого Джота на 7 дней. Я все так же буду просить трансфер, потому что мне интересно, какие клубы будут нами интересны. Ну и проведем тренировку последнюю в этом выпуске и закончим на этом. Ну что ж, закончилась у нас тренировка, пенальти завершения, скорость рывка и защиту прокачали немного. 83 у нас сейчас так рейтинг, если чуть-чуть остается до 84-го, следующей серии, надеюсь, мы его все-таки получим. Ну и там сейчас наши вот запросы на трансфер будут все-таки одобряться или нет, это мы узнаем попозже. Ну вот, в следующем выпуске уже сразу мы практически с самого начала узнаем, вышли ли мы в плей-офф с первой строчки или нет. Тренер клуба Наполи нам отказывает. Ну вот, как я сказал, голы-то мы уже выполнили. Он нам спросил 5 голов. Голевые я не выполнил еще пока что. 4, скорее всего. Здесь написано 5, но в чемпионате это все не оцениваются. А мы попросим еще раз. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Андрей и канал Футбол Этажи, до новых встреч, друзья, всем до свидания, пока.